Когда вы только попадаете на НИИ Агропром, вы даже не представляете, в какую передрягу вы попадаете. Нет, дело не в том, что военные на двух вертушках летят отжимать НИИ Агропром у сталкеров. И дело не в том, что им надо помочь. Создателями игры был спрятан еще один невероятный и очень увлекательный сюжетный поворот. Давайте по порядку. Если вы выкрадете документы после подземелья НИИ Агропрома, вы обнаружите очень интересную записку. Вот она. Наша группа в составе трех исследователей и отделения спецназа СБУ в период с 12 мая 2012 года по 25 мая 2012 года провела обследование помещений бывшего научно-исследовательского института земледелия на радиоактивно загрязненных почвах НИИ Агропром. Большинство оборудования и документации исчезли в неизвестном направлении. Однако даже то немногое, что удалось найти, позволяет сделать следующий вывод. В период с 2005 по 2006 годы Институт научными изысканиями по своему профилю не занимался. Все результаты его работ, полученные Министерством сельского хозяйства, сфабрикованы. В то же время, получая под государственные программы финансирование, оборудование и расходные материалы, руководство НИИ в лице доктора Стрижа Петра Даниловича по липовым накладным переправляла все это в некую лабораторию X-18 под видом проведения экспериментов в подсобном хозяйстве института. Судя по всему, используется кодовое название, принятое группой лиц, проходящих по данному делу. Поскольку лаборатории с подобными номерами в нашей базе нет, исходя из анализа найденных документов, можно предположить, что она находится на расстоянии часа езды на машине не от НИИ Агропром. Вероятно, всего речь идет о глубоко законспирированной лаборатории, поэтому предлагаю подключить для ее поиска наш аналитический отдел. Чем занималась эта лаборатория, понять из имеющейся информации не представляется возможным. В найденных документах речь идет о небезызвестном профессоре Чубко, и упоминается некая группа. По моему глубокому убеждению, на сей раз мы нашли конец нити, и аналитическому отделу будет чем заняться. В приложении зафиксированный файл с найденными передачными расходами и в некой подземной... Тут надо сказать, что из похищенной записки Максименко, которую вы отдаете бармену, следует вот что. Спецназ СБУ, то есть штурмовал не Агропром, не просто какой-то отряд военных, а спецназ СБУ, типа нашей Альфы. Это раз. Однако, когда мы попадаем на ЧС, уже не спецназ СБУ штурмует, точнее, он в штурме ЧС не принимает участие, а принимает участие обычный армейский спецназ. Разница все-таки есть. По сути, это несогласованные действия ведомств СБУ и ВСУ, а что послужило, в свою очередь, одной из причин провала операции «Монолит». Операция «Монолит» это как раз та операция, когда в тенях Чернобыля вояки попытаются захватить ЧС под свой контроль, но в результате выброса их планы будут нарушены. Спасибо за внимание.